На минувших выходных 100 лет исполнилось Михаилу Суханову, участнику Великой Отечественной войны, почетному жителю Малаховки. Поздравления с юбилеем Михаил Иванович принимал от главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. По-настоящему творческие и талантливые люди. Так смело можно охарактеризовать семью Михаила Суханова. Музыканты, театралы, художники. Юбиляр и сам глубоко одаренный человек. Пошел в отца по образованию архитектор. Однако всю свою жизнь посвятил написанию картин. Их у него порядка полутысячи. Любовь к творчеству прививал и своим детям. Конечно, я очень благодарна отцу и за его, ну, за его участие, потому что он постоянно участвовал в моей жизни. У него такие философские, понимаете, философские какие-то воззрения. Он вообще философ, он ищет истину. Михаил Иванович – фронтовик, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, имеет многочисленные награды. И даже в те сложные годы творил, писал, что видел. А через многие годы представил их на обозрение общественности. За эти выставки фронтовых работ 3 года назад получил губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Уже сегодня такой неравнодушный Михаил Суханов дает совет молодому поколению. Не повторять то, что было не до революции, не после революции. Ведь ужасное положение было. Почетный гражданин Малаховки создает не только картины. В свои годы Михаил Суханов находится на заслуженном отдыхе и живет воспоминаниями, описывает их в своих мемуарах. В доме юбиляра столетие отмечали на широкую ногу. Журналисты, социальные работники, представители общественных организаций и даже сам глава Владимир Ружицкий приехал поздравить такого большого человека. Михаил Иванович, я тут присяду, а это вот, смотрите, Москва, Кремль. Да-да. Юбилеем. И знаете от кого? Нет. От Владимира Владимировича Путина. Кого-кого? От Владимира Владимировича Путина. Да-да-да. Это вот я вам вручаю тоже. Андрей Юрьевич Воробьев. Так. Ой, ну куда это? Это от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Прямо задарили меня. Ну а что, я вам скажу, у нас таких людей мало. Да-да. Такие нескромные поздравления Михаил Иванович, в свою очередь, подарил гостям свой каталог, где собраны его лучшие живописные работы. Расстались гости в хорошем настроении. Договорились встретиться на следующем юбилее в 5 лет. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.